Проект бар болуқтақ, тоғалақ болуқтақ ден айылқытты бәтін оңғығыр ол кердәші бүйірден мен культураға терьер опытым ол кемге тоғаға тақсығытыптан мен өребін. Оны әлбәқ кейі көметінен, әлбәқ кейі бағатын көмеммен үлеләбіппін деммін. Сыналығын, оны мақтанығын. Хатуу солус тоон сетте алла хатерилерегер сахабыт сирин телевидениета наа улахан роллах теханыбын. Ол куртук жон барта санархан олор кемегер телевидение директора бу минтүгүлге ден программам ихинен республика таа хатуу солус элбек жанрда конкурс терьер терьер бүтүн көңүлдө бите бу улахан геройду бу жыйганыбын. Ол куртук колобора бу аяхылла хадлы ханник таганы ыры үнкү телевиденияга Пулюхунан барар ете. Ол курдук тыйнакты ылдыр көңүлдөмөт ете. Онтон бу бихи телевидение бутегар ол тыйнак дорхон тогумун четте ыллаакка сагаланбыта.
Олата боллана. Бүгүн көрөк петигер оголор келендер ансамблынан, соолунан, ток бар фольклорго бар тигер жонну кылган тоен барта бәлерин толорулары барар эте. Бу телевидениега Дальний Восток, Сибирь түгөл мен хана бар оло бир бастык улахан үлө болун такып деп бу билин сана такпына. Ол курдук мен Николай Никитич Петрову салайер кемегер кене билиңи тылына нәттәхе креативное мышление ген. Кене хүрдә курсунлык бу сахтын нуротун тугар турулахан тахарылактык салайер эте. Кене билиген бу саха сирен көддөр хенер компаниятын музейин халайер. Музейден оттон биге ток бар барабыт бәхәнгә күмбит бехе мутукпут селиспит болар. Онда кене курдук улахан республика культурын көле халаячыта салайера бу биеха сүддәк солталах дигәнибен билере көрөре 2-2 кит битегер бу сахабы сирин көрдөрөр хитнер компанияда кайта колор ентелерен канны специалисты үлелән бу телевидение бүгүнү ситихилере барыта кинесили хиттен мутугуттан тутулукта. Оно Николай Никитич Петров бу тогуон агуон хылларга дагы рахан кемнерге ол болуста тарттан биеха Бхайфидры көңүллүүрө сүрдөк бу крымчык техниканы хатан туганара, нору жону хатан аттарара, онда бу тыгынчанан огуну тыннак дорхонунан эфирге тахарыр бүтүн көңүлдөбүтө. Бу олок народ сөздөр олок кандаганы тулахатыйбат, умнулуга тулахан ситиги диханы. Бега Фанасий Иванович Ноев, Харлампин Азарович Диаконов, Улялир Кемнеригер, Бега Мини Путовый Стен Республиканы, Биргана Айаннан, Бу Уляна Хамнаха Тиемит Мини Путовый Сканан Тюхерер Бит Уляна Хамнаха Хачествотан Хюрдян Тувсарарете. Телерадиоакадемия «Полярная звезда», ее авторитет из года в год все больше и больше увеличивается. И самое главное – мы из глубин, из далеких наслегов северных и других улусов нашей республики, мы уявляем детей талантов. Приглашаю на сцену мальчика, который полюбился вам с первого раза, который не имеет учителя пения от того, что это село не имеет такого учителя. Это село Бетенкес Верхоянского улуса. А поет он благодаря телевидению и радио. Он любит слушать и смотреть национальную компанию. Итак, Ваня Потапов поет для вас сегодня песню своего кумира Аскалона Павлова. Ваня Потапов, Верхоянский улус. Бағарар, қанына бағарар, мен ақтабын саныбын, мен үлебен қамнаспын көмілі сүпіт, бәлерін үлелер кемнерігер
Хүрдэ улахан кылаты гэлдер бит салаячылары. Ол курдук республика бут народ аймитин жетин директора республика культура түнчөлөх үлөхөтө Надежда Семеновна Толбонова. Бу кини салай бут хас бидди салаячыта билеген республикага бәлере тумус туттулар культура искусство кең туттар личностьтер болен үйлөн тагастылар. 25-летие телевизионного конкурса «Поляна звезда» – это веха и история развития детского творчества нашей республики. 25 лет тому назад, работая в Республиканском доме народного творчества, у нас зародилась идея создать подобную передачу, как «Утренняя звезда», которая транслировалась по центральному телевидению, и ведущим был Юрий Николаев. И эту идею поддержало телевидение, то есть гостелерадио, телевидение и радио. Хочу особенно подчеркнуть это в лице Николая Иннокентьевича Петрова. Телевизионный конкурс «Поляна звезда» возглавила автор, редактор и ведущая, сегодня известный человек в республике, журналист, продюсер, заслуженный работник культуры и бессменный руководитель уже сегодняшней телевизионной детской академии «Поляна звезда» Татьяна Афанасьевна Гоголева. Именно благодаря ее неуемной энергии, таланту организатора, ее одержимости, вот такой маленький конкурс перерос действительно в академию. 25 лет тому назад это было начало того, что мы сегодня имеем. Сегодня никого не удивишь талантливыми детьми, коллективами. Но это когда-то зарождалось, это когда-то корни пустило. Я считаю, что «Поляна звезда» является источником, большим импульсом, который дал детям раскрыться таланты, способности и становиться гражданином и личностью. Особое внимание Татьяна Афанасьевна удивила, чтобы это был праздником для детей, чтобы это было волшебство. И потому даже сценическая сцена должна быть оформлена по-другому. Все было поставлено по-новому. И цветовые эффекты, и звуковые эффекты. Внимание было уделено, как дети на сцене должны держаться. Даже требования к костюмам. Улучшилось качество музыкального мнения, аранжировки. Я считаю, что появилась новая эстетика. Это стало большим примером в республике. Все как-то стали подтягиваться и равняться на эту передачу и стремиться тоже к таким же большим успехам, которые проводились благодаря именно этой телепередаче. В то время все сосредотачивалось в городе Якутск. Но здесь Татьяна Афанасьевна смогла работать с улусами, и эти конкурсы стали проводиться в улусах на местах, что очень подстегнуло наши культурные учреждения и работников культуры к новому видению, к новым идеям. Сегодня уже состоявшиеся артисты, певцы, журналисты с гордостью отмечают, что они принимали участие в конкурсе «Поляна звезда» и были победителями, дипломантами. То есть вот эта передача, затем ставшая академией, стала для них формой отсчета большую жизнь. И я считаю, что достоинство и достижение «Поляны звезды» заключается в том, чтобы не только вот как-то развить культурные, музыкальные способности, но и формировать ребенка как гражданина, как личность. Телерадиоакадемия «Поляна звезда» является, мне кажется, основой и дает большой толчок, импульс в развитии ребенка как личности, как гражданина. Перед вами трижды лауреат республиканского конкурса «Полярная звезда». Детский образцовый ансамбль «Толукчан».
победитель Василий Сорокин. Оголору тоғын тетті ғылақы жүкізгі қорыққы түмір бітігер бияқы опера, онына балет театры, культура министерствата, өрек министерствата олық түхі күйіс бол бұттыра. Ол күрдік бүйілі бітін қамнаспытың күн бүгінігер дейері салайы ғыджар. Евгений Саевна Михайлова, ол ғаны кене өрек министерінен анам бұта, хүрдә құрсынны көме республика сколатын оғылырын түмә тардығы, үлелігігі, бәтін олық сүрдәк күстәк қылатын келерін бұ конкурс оғылыр активны қытталдарығар бияқа көк от сағаламыды. Кені күн бүгінігер тілі бүйілі бетін қамнас бұтын папишетке сәбеп бұт салай ашытын бұхетінен күрік республика білілік государственне, оны политическа әпшісіне дейтілін бұхетінен кені бияқа хүддәк олықын көмелек кеге, кені өйінен ханатынан, кені көметінен бұл сүрбі бәхіс төгілін ұтылылар. Полярная звезда. Практически это можно назвать одной из таких вот форм, которые сегодня очень модно называют социальный лифт для детей. Это раннее выявление, во-первых, это и поддержка, и, конечно же, развитие, профессиональное самоопределение, наверняка, я думаю, судя по тому, какие у вас были и выпускники академии, и участники этих, значит, ваших конкурсов. Ну, поэтому грех было не поддержать человека, который хочет развивать интеллектуальный потенциал, личностный потенциал детей республики именно такому на тот момент инновационному проекту. Величие нашего конкурса измеряется тем наследием, теми детьми, которые каждый год следуют за этим конкурсом. Некоторые же конкурсы проводятся только, чтобы, ну, скажем, выявить победителя. И все. А у вас такая последовательность, вот после конкурса вы организовывали детей по разным направлениям в этой академии, да? Кто-то изучал родной край, связанный с наукой, например, научно-творчество, связанное с духовностью, да? Вот когда у меня были встречи с этими детьми, ну, например, с будущими журналистами, вот типа как наша знаменитая Айна Винокурова, например. Вот у вас очень хорошие выпускники, очень такие. Я вот помню Ваню Трофимова, и мы даже вот помню, с мужем в машине ехали и включали только эту его песню «Сахаматаденте». И вот даже игры, когда были «Дети Азии», практически эту песню, ну, прямо как национальную песню подавали, и танцы, но мы с Андреем Савичем всегда готовили. Но мы команду Министерства образования, вот нынешний министр спорта Иннокентий Григорьев, да, и, кроме того, конечно же, ту часть, которая торжественная, концертная, выступления учащихся и так далее, да, и вот в этом плане было очень приятно, что именно ваши выпускники, ваши участники очень становились на тот момент знаменитыми. Здоровье самое главное, ну и хорошего настроя на жизнь. Тынчы тоғыз сүйіс тауын сәтті ғыллаққа Аманнай Татьяна Панасьевна саңа келдері бұра ега қотығы ғылыс тен.
Әлбәк қапсетігі тұрбута. Ол қапсетігі түміге Михаил Фимишке бұхары ұлылылы тәті өйеққа ден. Ол егер культура министерісті өтін тәрілтелергер түхі қалларынан оғылар жоңғы таққаларгер, жоңғы көстелдергер таланларын көддірілдергер көқытнан көмілі үнден. Дәбігі театр бұтығар бастықы ұлақан оғылары көддірі кәмек әлбіті. Бігі артистар бұт сөқ бұттары күддәк чалқай инникедәк таланнақ айылқаттан бірілді бұт күсті ауықта ұрығыттар үнкүйіттер бағылары біттен онан бігі искусство бұт хайдарығар қанлық таңыны күхалға оны құттал хуа инникедәк әбіп біттен өйді біл бігі бастатан тұран келбіті. Татьяна Панасевна дәбгер хамай шағылқа бірайығын оңыр бұта дені тек қана да бәйті айылқаттан үддәң тірейіне еңнікі көрілің, үддәң кең далағыннақ, тірәңінің кейінен мін біл бітім, еті қотығы құлыс олыққа керетігер. Бұл қотығы құлыс тірәңіні әлбәк кәпсетігіні қамсағыны үддіреті. Хуала хоруга диен боңардас ылдыр туяр үнкүдүрөр оголору бол бакка урухуйдур бу жаны кытта хатан кепсетен келин телевидени лехеттергер белем нир кайыс кала күлебит эте манна хамы мен улахан волтаны беревин буйлага эти кайыс кага ыал керген ылсан билелебите болар иелер агалар оголорун тустарыгар бир сомого костюмнерин тегерге көмөнөһөн ыян кердән ыал ыалы багыр көп үтө диекпин багарап манна хытар бу бир котугу холус улахан жайыта бу котугу холус кыджык бээте аты даганы тилдерин курдук биякка солус буулан инники битигер эми үлөлүү турдун оголорго чаттарга кайс бирди үлөбүтүн деле һәр жоңго өссел бак ситихини сайдыны багарабын Бігі олар бұд білеген эстрада театрыгар, опера балет театрыгар, театр юного зрителя хүддәк сетейләкті көлелі хүджалар, еті творчество өттінен, оны тағынан салаячылар үйінен тағыстылар, оны тағынан политиктер бар болдылар, баған үлехеттері, жас қабыт серін бары арас тағымнақ үлетігер қамнағығыр, қотығы солыстан, селістені мұтықтанан тақсы бұд, олар бұдынан бігі барыларынан кең тұтты бұд.